Ранен смертельно Пушкин, смертельно не оскорблен. Лермонтов нескучный отмстил, и обидчик сражен. Цветаева не упала, Ахматова не скорбит, и Маяковский сначала и потом о любви говорит. Отлично. Еще не такое стихотворение. Ты ангел или человек? Ты ангельское изваяние или человеческий побег от праздности и прозябаний? Ты человек, без крыльев ты, но что-то тихое во взоре и потаенные черты, волнуемые на миноре. Ты ангел, человечий вздор ты в маску превращаешь смело, бичуешь лесть, словес, позор, духовно озаряешь тело. Ты сдержан или раскрепощен? И смешан ты на удивление, о, знай, любви небесный сон, в любви земного воплощения. Ну и последнее. Мое образование сказки да страшилки, лирика любовная, вазы да бутылки, прелестям внимания, первых по 100 грамм, дворовая любовь и все напополам. Юношеской ранью славные подмостки. Не предам им в брани я святые эти доски. И, конечно, знаю я, бесам нет поклонов. В моем образовании даже за миллион.